обтягивали здесь. Сейчас пойдем в ванной. Установим смеситель. Будем запускать воду. Так, насколько она у нас закручивается полностью. И считаем. Раз. Два. Три. Четыре оборота. Это у нас два оборота. Три. Проделываем ту же самую работу, да? Да. Посчитали, насколько, посмотрели, оно заходит. Отмерили необходимое количество фума. Необходимое количество фума, это сколько? Ну, это каждый уже устанавливает для себя, сколько ему намотать надо. Ну, сантиметров 30-40. Угу. Все зависит от фума, от его толщины, ширины. Так. Вставочки подготовленные. Прокладочки. Это у нас резиновые. Если парамитовые, то вставки внутрь делать не обязательно. Закручиваем одновременно, чтобы перекосов не было. Сейчас подтянем. Перед повторной установкой сифона на ванну просиликоним на всякий случай. Все, подкрутили. Сейчас туда. Проверяем. Напор у вас хороший, правильный.